Когда говорили, власти идут те люди, которые хотят войны. Власти идут те, которые принесут много крови и страданий. Что было после 1998 года? Были победы. 20 лет мы жили спокойно, как победители. Мы гордились нашей армией, мы гордились нашим государством. Войны не было. Они говорили, что мы войны хотим. Они и сейчас говорят, что мы войны хотим. Мы войны не хотим. Мы хотим, чтобы нас уважали. Я вот не понимаю этих людей. Им задают вопрос, этим министрам и всем остальным. Вопрос простой задают. Вы за то, чтобы Арцах был в составе Азербайджана? Они говорят, вы знаете, мы не можем ответить. Я понимаю, что вы не сможете этого сделать, чтобы Арцах был в составе, не в составе Азербайджана. Ну хоть скажите, что вы не хотите, чтобы он был в составе Азербайджана. Хоть скажите, сволочи, нельзя так себя вести. Вы не армяне, вы кто вы? Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, и вы всегда будете в курсе новых новостей.